Пациенты Новосибирского центра СПИД могут в ближайшее время остаться без необходимой терапии. Сегодня был ограблен склад с лекарствами для ВИЧ-инфицированных, расположенный на территории городской инфекционной больницы номер 1. Количество препаратов, которые унесли злоумышленники, в региональном Минздраве не называют. В министерстве заявили, что намерены предпринять экстренные меры, чтобы больные продолжали курс антиретровирусной терапии. Однако можно предположить, что быстро получить необходимое количество лекарств будет крайне сложно. В этом году изменена схема закупок, и теперь этим занимаются не регионы, а Федеральное министерство здравоохранения. Добавлю, пациенты центра СПИД и до кражи неоднократно жаловались на нехватку препаратов и связанные с этим частые смены схем лечения. Это, по словам больным, приводит к негативным побочным эффектам.